Добрый день, дорогие друзья, приветствую вас из солнечной, теплой Анапы, плюс 30 градусов у нас, и у нас остались последние деньки до 1 сентября, до того времени, как наши детки пойдут в школу. Есть еще шанс приехать в магазин «Модная школа» на Ленина 154Б, в то место, где я одевал в этом году своих детей, и сделать их тоже модными и красивыми, чтобы они пошли с великолепным настроением учиться в школу. Давайте посмотрим, что здесь еще осталось. Садитесь поудобнее, наливайте кофеек, слушаем. Магазин вы не пропустите. Улица Ленина, дорогие друзья. Остановочка, кстати, там пешеходный переход, если вдруг вы приедете на маршруточке сюда. Но удобнее всего, я думаю, либо на машине, либо на такси. Потому что парковочка большая, машинку поставили и заходим. На второй этаж магазин «Модная школа». Выбор подъема либо на лифте, либо на лестнице. И вот она, вывеска. Поднимаемся на второй этаж и заходим вовнутрь. А здесь нас встречают уже... Доброе утро! Мы встречаем с чашечкой кофе, но не для себя, а для своих гостей в магазине, для Александра Сергеевича. Вот, вот. Он сейчас живет в Геленджике, рассказал мне уже историю, что жили раньше в Анапе, а сейчас пришли одевать свою внучку Полину, которая занимается в волейбольной школе, которая находится... Академия волейбола, которая находится в Виноградном. Пляжного волейбола. А школа находится в Виноградном. И мы вот такие гостеприимные, представляете? Спасибо. Вот, чашечка кофе для наших гостей. Красивые, приятные дамы получить с утра чашечку кофе в магазине. Супер, молодцы. Представляете, как модная школа вообще просто любит своих гостей. А какие гости замечательные, я не могу. А Полина тем временем уже подобрала себе юбочку, бордовую клетку. Это принятая форма волейбольной академии уже, наверное, года 4. Мы одеваем этих девочек красивых, спортивных, стройных волейболисток уже на протяжении нескольких лет. Вот в школьную одежду. Мы подобрали укороченную блузочку, такую оверсайз, красивая, модная, стильная. Конечно же, это же модная школа. А мы очень сильно любим всех людей целеустремленных, особенно которые занимаются каким-то важным делом. И с большим удовольствием, конечно, всегда готовы помочь во всех их начинаниях. Ну и школьная жизнь, конечно, этих замечательных спортсменок украшена нашей школьной формой. Ни больше, ни меньше, не боюсь вообще об этом заявлять смело и открыто, потому что я очень сильно горжусь всегда тем, что я делаю для своих девочек и мальчиков, которые посещают наш магазин. Конечно, для меня это очень почетно, потому что нам доверяют не только просто люди, которые приходят, но целые академии спортивные, которые прям сотрудничают с нами, прям не один год, прям вот им так нравится все. И эти девчонки милые приходят к нам каждый год одеваться для того, чтобы в своей школьной жизни выглядеть красиво, эстетично, ну еще и модно. Почему бы и да, да? Полина, спасибо. Все, тебе все нравится? Да, супер. Ну и что же сейчас делают наши покупатели в магазине? Давайте пройдемся. Вот у нас парень, собирается первый класс гимназии Эврика, правда же? Синяя клетка, жилеты и для мальчиков юбки, жилеты, сарафаны для девочек, для гимназии Эврика, 6, 7, 12 школа и любые другие школы, где принята именно эта расцветочка клеточки, она всегда у нас есть в магазине. Поэтому местные жители, обращаем внимание, приходите, будем вас одевать и наряжать. А здесь у нас идет... Уже даже примерка на месте, не отходя от стойки. Жилеты по акции по 350 рублей. У нас же зеленая акция, все лето действует. У нас есть жилеты, юбки для девочек. Серый, синий, черный цвета по 350 рублей всего. Поэтому в нашем магазине приходят одеваться не просто там понаряжаться красиво и модно, но еще можно очень сильно хорошо, существенно сэкономить. Например, вот сейчас подберем жилетик за 350 рублей девочки. Ты, наверное, в 35-ю школу ходишь? Да. Да, в 35-й школе приняты черные жилеты, логотипы школы и черные галстуки. Это все всегда у нас есть в магазине. 35-я школа, это, конечно же, ну, модная школа, находка для вас, потому что еще по такой цене, по такой акции можно существенно сэкономить свой семейный бюджет. Ну все, девочки подобрали жилет. И сколько это заняло времени, пока я говорила? 2-3 минуты. Вот так мы быстро работаем. Можно ли вас поблагодарить? Конечно. За гостеприимство, за прием, спасибо, за хозяйский, отечественный такой подход? Да, я считаю, большое. Вы занимаетесь
очень правильным, очень нужным спасибо делом. Большое. Дети мне наши, мурашки. Дети наши должны быть красивы всегда, да, и достаточно так долго. Да, я так те считаю. Времена прошли, когда ходили, не будем говорить в каких формах, но формы были. Формы да. всегда равнялись, заставляли дисциплинировать, относиться к своему делу, к учебе. Дисциплинированно с внешнего вида начиная, да. Вот, мне очень приятно спасибо с вами большое. Познакомиться. Берегите себя и свое спасибо дело. Спасибо большое. Будем приезжать к вам всегда, одевать нас. И у нас же, Александр Сергеевич, все российские производители, потому что все, вот, что мы можем предложить для деток, очень нашей важно. России сделано. Мы что очень сильные важно, еще и патриоты. Да. Поэтому молодцы. У нас шикарное качество, потому что это все нормы ГОСТ РФ. Вот. Молодцы. Так держать. И на вас мы будем все равняться. Ой, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Ну, конечно, не только девочек красиво наряжаем, и не только спортсменок. Вот тем временем, пока мы тут ходим по магазину, Тиграна одели мои девочки профессиональные консультанты. Красиво подобрали одежду с первой примерки. С первой примерки? Да, сразу подобрали, да. Тигран идет в 12-ю школу, в 6-й класс. Рубашечка фирмы нашей шикарная, элита вестерного Чебоксары шьет замечательные рубашки, которые, вот пусть мама скажет, что которые, потому что она не первый год одевает у нас да, Тиграна. Да, по качеству очень хорошие, после стирки ничего не садится, катышки не остаются, гладится все хорошо, брючки мы тоже и со стрелочками, и без стрелочек носим, все у нас с первого раза подбирается. Мы довольны. Как в стирке, эксплуатации, потому что хорошо. Это каждый день, это форма действительно. Но мы стираем практически каждый день, да. После школы ребенок приходит, мы споласкиваем, все, даже не мнутся, не гладим, как бы раз погладили, и все, идеально. Нам очень нравится этот магазин, качество здесь одежды очень хорошее. Рубашки, ткани, воротнички, они же стоят все 9 месяцев. Да. Я всегда говорю, наши воротнички стоят с 1 сентября по 25 мая, до последнего звонка. Да, да. То есть многократные стирки, они не морщатся, они совершенно новые рубашки, они выглядят всегда, мальчик, эстетично, что очень важно, потому что это 9 месяцев эксплуатации этой одежды. Я вас очень сильно благодарю за это доверие к нашему спасибо. Магазину. Я надеюсь, ты 6 лет ходишь уже к нам. Да, с да? первого класса мы к вам ходим. С первого класса. Всегда здорово, я очень рада. У меня вот прям тоже опять мурашки. Очень люблю людей, которые вот прям с любовью и доверием приходят в наш магазин, потому что это самое ценное, что можно услышать вообще за свой труд. А мы правда очень любим вас и любим трудиться для того, чтобы вам было хорошо. Спасибо вам большое. Пишут личные сообщения, часто вопрос задают, а как же девочек можно красиво нарядить в школе так, чтобы им вот прям все понравилось. Но в этом году прям я уже говорю не первый раз, что очень сильно модны, конечно, укороченные все варианты блуз, жилетов. Жилеты укороченные у нас есть по акции по 350 рублей. Блузы у нас тоже есть в магазине, укороченные несколько моделей для девочек-подростков с 38 по 46 размер. И сейчас вот на Ксюше мы можем показать вот эту модельку укороченной блузы внизу на трикотажной резиночке со спущенным плечом. Очень классно, стильно смотрится поверх юбочки или поверх брюк. Она будет очень классно смотреться, не заправляя. Ну, юбочка с бантовой складочкой в темно-сером цвете. Многие школы у нас в Анапе ходят в этом цвете, поэтому серый цвет представлен в юбочке очень красивой, пышной, так как любят у нас девчонки. Это Мария, моя дочь. По совместительству лицо бренда «Модная школа». Она профессиональная модель. Вот. И в скором будущем, когда вы где-то услышите имя Мария Тарасова, и это лицо бренда какого-нибудь очень знаменитого будет, не удивляйтесь. Это мое творение. Вот. Я творю вот такие хорошие, великие дела. Как мировых моделей создаю, так и в модной школе создаю вот такие классные, стильные образы, которые можем показать. Брюки палаццо, конечно, это модно, стильно, красиво, удобно, практично. Это все, что любят наши девчонки. В сером, синем, черном цвете брюки палаццо есть даже с первого класса с роста 116. То есть даже на маленьких манюнь есть брюки палаццо в этих трех цветах. Ну и, конечно, эти все объемные блузы.
блузы, они до сих пор в моде, оверсайз, это всегда практично и удобно. В этом году у нас есть новинки, очень хорошие, классные модели. Вот Мария сейчас нам покажет вот такую оверсайз блузу, сзади удлиненную. Она комбинирована из двух цветов, сзади такая голубая нежная полосочка, впереди однотонная белая. Спереди блуза слегка короче, но вот эта модель оверсайз, она, конечно, вот очень свободная, широкая, классная. На любые фигурки будет очень красиво сидеть, так что в нашем магазине модницы наряжаются. И я вам хочу сказать, у меня в этом году не только, ну, моя дочь Мария здесь фиячит в магазине. Ксюша, она тоже является продавцом-консультантом моего магазина. Да, и у меня в этом году очень красивые феечки, такие стильные, молодые, такие озорные. Приходите, мы тут всех вас нафиячим очень красиво. Еще время есть до 1 сентября, так что поторопитесь, пока феи мои не улетели по своим делам с 1 сентября. Так что ждем вас, приходите. Ленина, 154Б, и мы работаем с 9 утра до 9 вечера, что очень важно. Мы тут творим красоту. Ну и, конечно же, рюкзаки фирмы Гризли. Мы официальные представители и ортопедические для начальной школы, и какие-то такие с жесткими спинками, полуортопедические считаются, но эргономика есть спины, мягкие лямки для каких-то средних классов, 3, 4, 5, 6 класс для мальчишек, и есть для старшеклассников, для мальчиков постарше, такие более большие размеры, более объемные, с разными отделениями, с разными стилистическими решениями. Кто хочет уже более такой легкий, современный, облегченный, это, как правило, уже старшеклассники со 7-10-11 класс. Ну, в общем, у нас рюкзаки для мальчиков и для девочек есть на разный возраст, на разный вкус. Это только тут царство мальчиков, конечно. Но еще у нас еще отдел есть девочек, где вон там представлены не только для школы, но и для жизни. Можно взять для себя какой-то очень интересный, игривый даже в рюкзак. Здесь яичница, если что, изображена. Сейчас вот какие-то вкусные рюкзаки тоже очень в моде, потому что вот этот сезон, это и грибы, и инжир, и авокадо. Кстати, авокадо очень сильно популярно, так что, девчонки-модницы, приходите за авокадо. А для девчонок еще есть выбор, это и началка, это и среднее звено, и горящие, вон, мигающие, и говорящие уже скоро будут. На разный вкус и цвет, и для девочек постарше, конечно, более сдержанные какие-то расцветочки. Конечно, вся эргономика, все продумано, как всегда. Влага, пыль, отталкивающие материалы, пропитки специальные, которые рюкзаки даже не пачкаются. И, конечно, вся влага стекает, и рюкзак остается сухой не только внутри, но и снаружи. Так что приглашаем за рюкзачками к нам тоже прибегать, потому что мы прям очень сильно гордимся этим качеством, которое дает действительно в течение 10 лет эксплуатацию, как новые. Но не только до 1 сентября, конечно, есть возможность к нам приходить, одевать детей, собирать. Просто сейчас это очень актуально, и, конечно, мы вас всех ждем до 9 вечера каждый день. Но еще помните, конечно, друзья, что мы работаем круглый год. Круглый год модная школа всегда для вас открыта, для того, чтобы, если вы приезжие гости Анапы, приезжаете, забегайте к нам в гости, заглядывайте, будем очень рады одевать и наряжать ваших деток. Местные жители, конечно, всегда имеют эту шикарную возможность к нам прийти и в течение всего учебного года. Но у нас всегда есть какие-то интересные предложения, не только о школьной одежде. Мы можем всегда что-то интересное для вас предложить. Поэтому мы вас ждем с 9 утра до 9 вечера, напоминаю, в модной школе на Ленина 154Б. И готовы всегда осчастливить любого ребенка. Вы осчастливились? Да. А знаете, что самое лучшее в нашем магазине? Это горящие глаза наших девочек и мальчиков, которые в примерочных всегда вот стоят с таким желанием скорее пойти в школу, потому что если мы что-то одеваем так, чтобы им нравилось, они действительно хотят это уже выгулять в своей школьной жизни. Мы вас подобрали, одели? Да. Одевали вас, девочки мои, одевали? Одевали, все хорошо. Приходите к нам всегда. Очень. Ладно? Одежда. Правда? Ну вот, уста младенца глаголят истину. Ждем вас всех. Всех ждем всегда. Пока-пока. Пока.